В городах на северо-западе Сирии во время антиправительственных протестов по меньшей мере 8 человек убиты силами безопасности. В охваченную волнениями провинцию Идлиб введены спецформирования. В городе Хан-Шейхун проводится операция против, как утверждают власти, банды вооруженных боевиков, которые терроризируют местных жителей. В беспорядках, вспыхнувших в стране минувшей весной, сирийские власти обвиняют вооруженные группировки, которые, как они считают, поддерживаются из-за рубежа. В ближайшее время в Сирию направится генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Араби, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу кровопролития в стране. Правительство Башара Асада, как сообщается, согласилось принять его.